Конечно, все должны изучать государственный язык. И я считаю, что государство должно запустить государственную программу изучения молдавского языка. Но русский язык, и у нас одна треть населения русскоязычное, русский язык является языком межнационального общения. Я считаю, что было ошибкой, когда 5 лет назад или 6 один из нынешних кандидатов на должность президента поменял законодательство и снял русский язык из школьной программы как обязательный для изучения. Я видел, что эти господа или госпожи сейчас делают листовки на русском языке и начали говорить на русском языке. А почему вы 6 лет назад так боролись против русского языка? Сейчас вам нужны их голоса? Поэтому я считаю, что русский язык нужно вернуть обязательным для изучения в школьной программе. Потому что знание русского языка для нас плюс. Я этого не боюсь говорить, это есть в моей платформе, в моей программе. Нужно, чтобы в школе было, как было раньше, обязательно для изучения два иностранных языка. Русский, еще один иностранный на выбор, английский либо французский. Потому что знание русского языка, другого иностранного языка, для нас это плюс, большой плюс для граждан Республики Молдова. Тем более, что у русского языка в Молдове статус языка межнационального общения. Это моя принципиальная позиция, я буду делать все возможное для этого.